Павел Александрович Афанасьев, офицер, генерал-майор, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 года, герой Советского Союза. Родился 16 декабря 1922 года в селе Крутицы Крапивинского уезда Тульской губернии, ныне Киреевского района Тульской области. Член КПСС 1943 года. В 1937 году работал бригадиром, заведующим избой читальней в колхозе «Ударник» в родном селе. В 1941 году секретарем Крутицкого сельского совета. В феврале 1942 года был призван в ряды Красной армии. Участник войны с декабря 1942 года. Воевал на Западном, Брянском, Центральном, Белорусском первом и втором фронтах. Участвовал в оборонительных боях на Белевском направлении, Орловской, Черниговско-Припятской, Гомельско-Речицкой, Клиновичско-Мозырской и Люблин-Брестской операциях. В декабре 1944 года окончил курсы усовершенствования командиров батальонов 1-го Белорусского фронта. С декабря 1944 по март 1945 года командир батальона 37-го гвардейского полка 12-й стрелковой дивизии 61-й армии воевал на Белорусском фронте. Участвовал в Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. Звание Героя Советского Союза присвоено гвардии старшему лейтенанту Афанасьеву Павлу Александровичу от 16 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования. В бою 26 сентября 1943 года за местечко Любич Черниговской области, когда противник предпринял ожесточенную танковую контратаку с десантом автоматчиков, Афанасьев, умело руководя своим подразделением, отразил пехоту противника от танков, фланговыми обходами окружил в штыковом бою и уничтожили 50 немецких солдат и офицеров. В этом бою он лично убил 15 немецких солдат, отразил танковую атаку и первым ворвался в Любич, захватив шоссейную дорогу, ведущую к переправе на реке Днепр. И огнем из всех видов оружия поджег 4 немецких автомашины с офицерами и солдатами противника. 28 сентября 1943 года на подручных средствах с группой бойцов под сильным артминометным и пулеметным огнем противника форсировал реку Днепр. Закрепился на правом берегу и создал плацдарм для всего батальона. Занятый рубеж прочно удерживался. После Великой Отечественной войны Афанасьев продолжил службу в армии. В 1955 году окончил военную академию имени Фрунзе. В 50-60-е годы служил в Беломорском, Северном, Ленинградском военных округах. С 1970 года начальник факультета западных языков Военного института иностранных языков. 25 апреля 1975 года Афанасьеву было присвоено звание генерал-майора. Был награжден орденом Ленина, Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалями. С апреля 1984 года находился в отставке. Жил в городе Москве. Умер Павел Александрович Афанасьев 26 ноября 1990 года. Похоронен на Троекуровском кладбище.